восхождение на гору Мечту. Большой мандраж уже. Кто ли будет выше? Смотрим. Сейчас речка менее бурная, чем в прошлый раз. Нашел с другой стороны, не мог ее перейти. Теперь пошел справа. Обхожу речку справа. Вышел наконец-то из леса. Теперь уже видно. Войти вверх. Фух, вот такие скалы. Вот такие скалы. Нормально. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Вот он сложный участок. Там нужно наверх. Классное место. В тени. Солнце за горами. Вон красавица. Совсем близко. 200 метров еще наверх. Фу. Красота. То, что казалось вершиной, оказалось довершиной. А вершина, она вон там. Попробую. Попробую. Попробую.
Ну что ж, не так страшно. Черт, как его мамалюет. Очень приятный подъем без нервика. Выглядит страшнее, чем на самом деле. Выглядит страшнее, чем на самом деле. Спускаться с 1500, это вам не хухры-мухры. Фу. Гора, которую я мечтал 9 месяцев, покорена. Она покорена не в отпуск, а 15 июня. За день до папиного дня рождения. Папа, с днем рождения! С наступающим!